Это был модернизированный состав, но здесь нет кулера. Петербург, город-герой Ленинград, один из 9 российских городов-героев. Будьте внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. О вещах, оставленных пассажирами, сообщайте в поездной бригаде. Дамы и господа, приглашаем вас воспользоваться услугой комфортного размещения в бизнес-залах Ленинградского и Московского вокзалов, а также железнодорожных вокзалов городов Тверь, Чудово. Пассажирам первого и бизнес-классов высокоскоростных поездов «Сапсан» услуги бизнес-зала предоставляются при предъявлении билета без дополнительной платы.
Если вы желаете оставить отзыв о поездке, вы можете воспользоваться любой удобной для вас формой обратной связи. Контакты для обращений указаны в вашем персональном экземпляре справочно-информационного буклета. Благодарим за ваше мнение. Оно важно для нас. Уважаемые родители, убедительно просим вас соблюдать правила безопасности на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра. Держите их за руку или на руках. Снимайте наушники и капюшон вблизи пути. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Будьте внимательны, находясь на объектах железной дороги.